страдание, оно становится каким-то абсолютно бессмысленным, да, потому что, ну, оно же не защищает. Ну, вот вы страдаете. Понятно, что когда эволюционно страдание задано нам в нем, почему это первое чувство эволюционно очень важное? Потому что мы таким образом страданием сообщаем матери, другим людям, что мы нуждаемся в помощи. Мы лишены сил, мы не можем сами. Вот. И страдание – это способ привлечения помощи. Мы кричим, и к нам должны прибежать. Вот. И так долгое время происходит. К нам действительно прибегают. Но после этого страдание перестает иметь смысл. Оно начинает иметь абсолютно негативное звучание, потому что если у вас плохое настроение, с вами не хотят общаться, вы неинтересны, да? Вы сами хотите общаться с человеком, который находится в состоянии страдания? Ну, я думаю, вряд ли. Вот. То есть эволюционно ее функция выполняется, функция страдания выполняется на первых этапах, а после этого эволюционный смысл страдания прекращается.